Кремле опасаются, что провалы на войне в Украине повлияют на предстоящие выборы президента. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. В частности, президентская кампания. Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах Российской Федерации и критике Запада, вместо того, чтобы сосредоточиваться на войне. Кроме того, российские чиновники планируют усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из стран россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы. Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры, отмечают аналитики. Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В России увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.